Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас 3 мая 2017 год. Прошло 10 сеансов с Давидом. У нас нашему ребенку 2,5 года. Он не разговаривал, ну, до года разговаривал, а потом уже перестал разговаривать. На 6-й день сеанса наши изменения. Он начал обращать внимание на монитор, на Давида. Прислушивается вот к музыке. На 7-й день он сказал слово «мама». Неосознанно, конечно, но сказал. И на 8-й день он очень часто начал говорить слово «мама». 1-2 раза сказал «папа». Такие у нас изменения за 10 дней сеанса. Большое спасибо Давиду за помощь, за потраченное время, за изменениями. В дальнейшем тоже будем выкладывать дальнейшие изменения наши. Большое спасибо всем за внимание.